everlasting impression. All new Sportage. Kia. Отлично. Я рада всех видеть. Рада видеть тех, кого я знаю. Рада видеть тех, кого я еще не знаю. И хотелось бы, конечно, с ними познакомиться. Это гости нашей встречи. Это те люди, которые хотят узнать, как можно получить в подарок такие шикарные машинки, которые я вам показала на видео изначально. Если у нас есть те люди, кто впервые с нами в онлайне, то есть, может быть, вы что-то смотрели уже, но вы пришли действительно вживую в онлайн послушать и, возможно, задать какие-то свои вопросы, ставьте семерочки, мы с вами будем знакомиться. Я с удовольствием вам покажу шикарную, интересную тему. Елена, здравствуйте. Доброго времени суток. Кто еще у нас из гостей? Айрат, здравствуйте. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Приятного вам, скажем, и полезного времяпрепровождения. Егор, ага. Добрый день. Евгений, здравствуйте. Возможно, есть наши новенькие партнеры, то есть наши новички, те, кто только-только подключился. Тоже ставьте семерки, мы тоже с вами будем знакомиться. Ставьте ваши семерочки, а я тем временем продолжаю. И, как я вам уже сказала, разговариваем мы об авторале от корпорации Constellation Luck. Нина, добрый день. Здравствуйте, я Наталья. Разговариваем о подарочно-накопительной программе «Спутник». Наша корпорация, она, в общем-то, известна на просторах интернета уже второй год. И год уже работает в официальной легальной версии. То есть у нас с вами, скажем, платформа, которая работает на законных основаниях. И это очень здорово и классно. Осталось теперь разобраться, что же нужно сделать, чтобы получить от компании в подарок автомобиль Toyota RAV4 или Kia Sportage. То есть на выбор выбираем, какой автомобиль нравится, включаем пятую скорость, разбираемся в информации, разбираемся в теме. И начинаем взаимодействовать в бизнесе, который строится, скажем, по типу объединения людей. Потому что многие уже люди поняли, что в интернет один в поле не воин. И если человек действительно с хорошими финансовыми запросами, с амбициями, значит, он должен понимать, что это он может реализовать только с помощью, скажем, команды, с помощью объединения и только в командном бизнесе. Так вот, мы предлагаем вам получить в подарок от корпорации автомобиль, работая в командном бизнесе, скажем, первое время потрудиться и по пути к автомобилям, Лидия, да, приветствуем вас, по пути к автомобилям вы будете еще и получать очень классный финансовый выхлоп, то есть за свою деятельность, за свой труд. Я хочу еще раз сказать всем любителям халявы в интернет. Друзья, вы не по адресу, можете не тратить свое время здесь сейчас, да, вот эти 20 минут, которые я буду давать информацию, идите в рекламные чаты, там очень много скидывается информации по поводу того, что не надо никого приглашать и не надо ничего вкладывать, и, собственно, можно заработать миллионы. Ну, идите, походите, потеряйте еще свое время, нервы, потом в итоге даже и деньги. И, ну, наверное, сделаете потом свои выводы и все равно придете к нам на встречу. Так вот, друзья, становитесь в очередь и срочно приглашайте за собой 3 человека. Но на этом можете не останавливаться. Большее количество приглашенных вами лично приблизит вас к автомобилю быстрее. Что я хочу сказать изначально нашим гостям, те, кто у нас сейчас присутствует впервые. Я хочу вам сказать, вам дается легальная зарегистрированная платформа. Вам дается бизнес на блюдечке с голубой каемочкой, отточенный, отшлифованный, потому что корпорация совершенствовалась вот этот вот год и ввела уникальный механизм автоматизации, которого вообще нет в интернете и не будет. И компания действительно дает вам бизнес под ключ, понимаете? То есть что вы будете делать, как вы его будете развивать, будете ли вы его развивать, или вы просто-напросто, подключившись к теме, скажем, поставите его на полочку, как книгу, которую вы будете читать, так периодически заглядывать туда, либо вы будете продвигать этот бизнес и зарабатывать на этом колоссальные деньги и подарки от корпорации Constellation Luck. Давайте разбираться, как строится маркетинг, система выплат именно в подарочно-накопительной программе «Спутник». Потому что мы сейчас разговариваем о ней. У нас в корпорации Constellation Luck
14 источников дохода, плюс еще интернет-магазин под ключ, как бизнес в бизнесе. То есть мы сейчас разговариваем об одной из программ, но она действительно уникальная, в ней уникальный механизм автоматизации, который тоже вот отшлифовался, и поэтому мы сейчас, где-то меньше месяца назад, мы сделали на нее отдельный акцент и проводим отдельные встречи именно по программе «Спутник». Дело в том, что эта программа, она действительно, ну, мега, скажем, интересна и мудро автоматизирована, я бы назвала так. Но прежде чем мы будем говорить о пути к автомобилям, еще раз попрошу вас, чтобы вы четко для себя определились, хотите ли вы зарабатывать в интернет большие деньги, либо вы хотите в интернете поиграться, заработать $50-100 в месяц, и для вас это хорошо, для вас это нормально. Еще раз повторюсь, наш бизнес, наша корпорация Constellation Luck для людей с крупными финансовыми амбициями, для людей, которые хотят какое-то время поработать, отшлифовать, скажем, свою тему, чтобы, ну, потом получать результаты. Хотя наша программа, они позволяют в первый же день получать финансовые результаты. Но программа «Спутник» – это накопительно-подарочная программа, которая позволит вам запустить все остальные источники дохода и в итоге прийти вот к таким автомобилькам, плюс еще к интересным подаркам, которые для вас будут по программе «Спутник» на пути к этим автомобилям. Хотим больших денег. Очень здорово, Лидия. Я очень люблю единомышленников. Вот, как бы те люди, которые работают активно в корпорации, они все с хорошим финансовым сознанием. И это очень радует. Это радует. Итак, давайте разбираться. Значит, наша программа «Спутник», она строится по бинарному маркетингу. Бинарный маркетинг. Да, делаем большие деньги. Действительно, бинарный маркетинг – это маркетинг, который строится двумя направлениями, двумя ножками, скажем так. То есть есть разные маркетинги. И у нас в корпорации, в других источниках дохода, там другие маркетинги. Да? Другой вопрос, что вот эта программа «Спутник», она, в принципе, скажем, без вашего личного участия будет запускать все остальные программы. А главное сосредоточиться на работе вот в этой программе, потому что начинать можно с разных направлений, с разных источников дохода. Можно взять «Спутник», можно взять еще одни, другие программки. Об этом мы будем говорить в 7 часов на презентации компании. Приходите, я вас буду рада там видеть и дать полный охват нашему бизнесу. Сейчас говорим о «Спутнике», о бинарном направлении. Делаю все для того, чтобы зарабатывать неприлично огромные деньги. Респект, Анна. Действительно, давайте смотреть. Наша программа «Спутник» для вас будет заполняться 7 уровнями. То есть у вас в вашей программе, в вашем бинаре будет 7 уровней. Вот эти 7 уровней, в них выстраиваются ваши партнеры, которые подключаются к программе «Спутник». И на первом уровне у вас будет 2 партнера. О чем это говорит? Это говорит о следующем. Наша программа имеет, скажем, ну, выставляет, да, для своих партнеров условия. Это 3 аккаунта и 3 партнера за собой. Что значит 3 аккаунта? Это значит, у меня есть один кабинет, у меня есть второй кабинет, совершенно идентичный первому, и у меня есть третий кабинет. И точно так же у моих партнеров. То есть это зеркальные кабинеты, в которых совершенно одинаково срабатывает вот этот вот бинар, что в одном, что во втором, что в третьем. В каждом кабинете есть тариф спутника 10, тариф спутника 100 и тариф спутника 1000. Есть в каждом кабинете. Но условия у нас не 3 партнера под кабинет, а вообще, в принципе, 3 партнера. Потому что вот эти 3 партнера, они будут у вас отзеркаливаться во втором и в третьем аккаунте. Во втором и третьем аккаунте получается следующее, что ваш третий партнер, он у вас не вместился на первый уровень, на первом только 2. Он у вас перетекает автоматом, то есть вам это не нужно ничего контролировать, автомат сам спустит его вам на второй уровень. На минуточку задумайтесь, когда у нас партнер прилетает в спутник, почему прилетает, у нас космическая тематика, мы летаем, скажем, да, летаем в космосе, зарабатывая космические деньги. Когда ваш третий партнер встает к вам на второй уровень, он встает и к другим людям на уровне. То есть, когда партнер активирует программу «Спутник», он к 7 партнерам попадает в кабинеты, в их бинары. К
7. Изначально это накопление денег для запуска других программ. И когда у вас в вашем бинаре накопилось 254 партнера, запустились программки, вот с этих денег, с 254 долларов, вычтутся деньги для запуска еще программ, я вам покажу каких, для запуска тарифа 100, если вы его сразу не сактивировали, а вы зашли только на тариф 10, соответственно, 3 кабинета по 10 – это 30 долларов, мы даем такую возможность людям, потому что понимаем, очень много людей сейчас сидят в кредитах, сидят в ипотеках. У людей нет такой возможности, чтобы сразу сактивировать все наши тарифы по спутнику. То есть 3 кабинета по 10, точнее 3 тарифа по 10, 3 тарифа по 100 и 3 тарифа по 1000. Если в принципе есть у вас такая возможность, ну, это ваше личное право. Так вот, как правило, мы предлагаем тему 30 долларов. Она доступна абсолютно любому человеку, абсолютно, будь то пионер, будь то пенсионер. Потому что наш бизнес, наша вот эта программа «Спутник», она не требует каких-либо, знаете, вот профессиональных знаний в интернете, она не требует там каких-либо там серьезных навыков. Она требует от человека лишь огромное желание реализовываться и двигаться с вектором наполнения своего кошелька, понимаете? И двигаться, причем, скажем, работая в команде, понимая ответственность, понимая, скажем, дисциплину этого бизнеса, потому что у нас иногда путают нас с проектами с какими-то. У нас не проект, у нас бизнес, который создается на года, и он будет дальше оттачиваться и создаваться. Все в лучшем-лучшем спектре для человека, потому что корпорация Constellation Luck – это бизнес для людей. Услышьте, пожалуйста, корпорация не делится с нами денежными оборотами, она отдает нам деньги, понимаете, отдает весь денежный оборот. Вот смотрите, вот такая ситуация. На втором уровне у вас станут 4 партнера, на третьем 8, на четвертом 16, на пятом 32, на шестом 64 и 128 на седьмом уровне. Вот наша с вами задача, чтобы заполнились эти все уровни. Конечно, человек, он, ну, знаете, не всесилен, чтобы все эти 254 партнера поставить, хотя, в принципе, ну, есть и такие лидеры, которые могут это сделать, неважно за какое время, потому что в нашей программе здесь нет ограничений по времени. Это не какой-то промоушен, который заявляется на месяц, на два, на три, на полгода. Нет. Все те, кто движутся в нашем бизнесе, они все придут вот к таким шикарным подаркам. Дорогим, скоростным. Таким вот образом в тарифе 10 выстраивается команда, запускаются другие программы, запускается тариф 100 из этих вот заработанных денег, то есть еще даже не сложилось 254 партнера, а уже все кругом позапускалось, другие источники дохода. И произойдет реинвест, и уже те денежки, которые остались, они вам выдадутся на кошелек, на выбор. И когда такова ситуация у вас будет, во всех трех ваших зеркальных кабинетах, а если вы все действуете сразу тремя зеркальными кабинетами, тогда, в общем-то, она сложится сразу, эта ситуация. Вы получите еще и подарки, помимо денег. Еще раз повторюсь, деньги и подарки. Не вместо денег подарки, а деньги и подарки. Тариф 100 тоже запустит еще программу, запустит тариф 1000, когда накопилось 1000 долларов. То есть это все вы увидите в своих кабинетах. У нас очень классные кабинеты с полной прозрачностью бизнеса. Услышьте, пожалуйста, меня, с полной прозрачностью бизнеса. Вы все абсолютно будете видеть. Какая ситуация у ваших партнеров? Потому что наполняя вот эти 254 партнера в вашем бинаре, ваши же, вот, допустим, эти два человека, они, в принципе, уже будут на подходе к этим числам. Понимаете? Потому что вот это все происходит взаимными усилиями команды. Тариф 100 перезапустится, и так у каждого партнера. Тариф 1000 запустит также еще программку, перезапустится. И во всех этих тарифах, когда в них 254 партнера, выдаются в кабинете деньги, когда такова ситуация в трех кабинетах, даются еще и подарки. В тарифе 1000, Toyota RAV4 или Kia Sportage. Вот те люди, которые у вас в тарифе 10, я думаю, что вам понятно, они к вам будут перетекать в тариф 100. Возможно, у вас будут люди, которые скажут, я не буду работать по тарифу 10, я буду только работать по тарифу 100. В
принципе не вопрос, но пойдет глубина, как бы, и все равно люди захотят, скажем, дать возможность подключиться к спутнику тарифа 10. Поэтому, конечно, нужно сактивировать все. И, в принципе, вот тариф 100, он, ну, возможно, он даже сам и запустит тариф 10, потому что эта программа, она очень многогранная, и если по другим нашим источникам дохода не срабатывает там на какую-то, ну, не хватает там еще, да, не срабатывает на какой-то источник, автомат откроет с этой программы этот источник. Абсолютно для всех. То есть нам не нужно стучаться к человеку и говорить, у тебя там накопились 100 долларов, почему ты не открываешь тариф 100? За нас это все делает автоматизация. Это очень современный бизнес, очень удобный бизнес. И бизнес, который, вот как я говорю, дан для людей, да, чтобы они максимально комфортно его делали. Но, еще раз повторюсь, без людей этот бизнес делаться не будет. Все темы, которые в интернете действительно, ну, приносят какие-то деньги, они все делаются вместе с командой. Если, конечно, вы не администратор, не админ какого-то проекта, не вложили своих денег на раскрутку, на раскачку этого своего проекта, тогда для вас единственный выход – подключаться к активным командам. И, в принципе, вы сейчас присутствуете на мероприятии людей, да, и те люди, которые вас позвали, они действительно активно работают в нашем бизнесе. Теперь еще раз, скажем, образность бинарного маркетинга. Еще раз, чтобы вы для себя увидели, что такое переливы от команды. Но те люди, которые сидят и ждут переливов, они к ним приходят, да, они к ним придут. Но те люди, которые внизу к ним перелились, и они работают активно, они их могут опередить в тарифе 100 и в тарифе 1000. То есть это нужно понимать, это нужно четко для себя, скажем, осознать, да, и действительно начинать действовать. То есть представьте, вот вы сактивировались на 30 долларов один раз, не нужно никаких потом, знаете, еще каких-то подтверждений, покупок, как в MLM-бизнесе, как правило. То есть закупок ежемесячных, ничего этого не нужно. Это единственная сумма, которую вы достаете, скажем, из семьи, да, из своего кошелька. Далее только действие. Далее только действие на результат. Вот эта программка поставит первого партнера вашего вот сюда, второго партнера поставит вот сюда, если к вам не перелился какой-то человек вот на этот уровень. Если он сюда сверху от верхнего спонсора встал, тогда, соответственно, ваш партнер будет спускаться ниже второй, и третий будет уже у вас на втором уровне. Но представим, что вы сразу поставили двух партнеров, вы сказали, ребят, пошлите, тема надежная, тема порядочная, действительно, может быть, наверное, единственная честная тема в интернете. Вы поставили третьего партнера, он встал вот сюда к вам. Соответственно, вы помогли уже первому своему партнеру. У него уже есть партнер на первом уровне. Его первый встанет вот сюда, второй встанет вот сюда, третий встанет вот сюда. Это и для вас третий уровень. И для вашего первого партнера это второй уровень. И вот для этого человека это первый уровень. То есть вот таким вот образом все получают вот это наполнение в командах. В командах. И те люди, которые работают активно, у них все равно будут люди на программу «Спутник». И вопрос за следующим. Выйдет ли ваш нижний человек, допустим, вот этот, пока вот этот ваш партнер спит, вот этот третий партнер, он может быстрее выскочить в тариф 100 и в тариф 1000. Поэтому спать здесь не нужно, не рекомендуем. Те люди, которые разобрались, которые ходят на наши встречи, они просто-напросто перестают, ну, скажем, где-то, наверное, спокойно спать, потому что тема действительно уникальная и глобального масштаба. Глобального масштаба. Ее несут люди с любовью, ее совершенствовали, и дальше и дальше это все будет продвигаться по планете Земля, потому что этот бизнес, он, в принципе, должен быть в каждом доме, потому что он доступен для каждого человека, потому что он не требует каких-либо профессиональных знаний, навыков. Он дает людям в процессе вот эти навыки, которые специфичны для этого бизнеса, которые необходимы для этого бизнеса. Поэтому если вы хотите действительно достигать результатов в интернет, нужно обучаться,
нужно реально видеть, что есть зависимость от админов или нет зависимости от админов. В нашей теме админов нет. Поэтому рассмотрите максимально внимательно наше предложение, вот эту нашу программку, которая с тарифа 10 запустит вам программу «Эконом». Это деньги на каждый день, мы ее называем так. Это наш золотой утроитель, который позволяет получать за каждый шаг 100% реферальных денег. Программа 10 вам запустит, тариф 10 спутника. Он запустит «Зодиак», программа с неограниченной глубиной. У нас вообще, в принципе, все программы с неограниченной глубиной, но это бонусная пассивная программа, очень интересная. И программка «Эконом», она запустит вам бизнес-класс тоже с доходностью. То есть это все наши источники дохода, у нас их 14. 14 источников дохода. Будет автореинвест в этом тарифе, будет запуск с него тарифа 100, то есть я вам подытоживаю то, что я говорила. Тариф 100 в процессе вот этого всего запустит элит-бизнес, в котором доходность по $250. Сколько угодно раз в день, как сработает команда, как, скажем, сделан вектор скоростей в вашем бизнесе, так оно и будет. Элит-бизнес запустит программку премиум, там тоже интересные доходы, об этом в 7 часов вечера по Москве. Приходите, я буду вам показывать. Тариф 100 перезапустится, запустит тариф 1000, и вот в каждом тарифе будут деньги на кошелек и будут подарки. То есть подарки от корпорации Constellation Luck. Не вместо денег, а вместе с деньгами. Не по промоушену, не по кредиту, не по лизингу, а именно подарки за сделанную, за проведенную работу, за то, что вы потрудились. Тариф 1000 запустит Elite Premium. Сам Elite Premium запустит VIP. В тарифе 1000 будет автореинвест. Денежки на кошелек, причем не маленькие, потому что только в тарифе 1000, там в районе 60 с лишним тысяч долларов. Это только по программе «Спутник». А не говоря о том, что доходы будут вот по всем этим вот программам, которые я вам здесь пробежалась. То есть я вам показала так, знаете, в легкую вот наш уникальный автоматизированный маркетинг. Разбираться будем на презентации маркетинга в 7 часов. И вот такие вот подарки, это украшения с нашего интернет-магазина, кстати, вы каждый будете, скажем, директором своего интернет-магазина, вы сможете продвигать авторское серебро, ручной работы с листовым золотом, продвигать еще дополнительно, получать для себя деньги. То есть бизнес в бизнесе, как я его называю. Так вот, за закрытие тремя кабинетами тарифа 10, то есть 254 партнера во всех трех кабинетах, а гарнитур, колье и браслет вам на выбор выбираете, корпорация отсылает и оплачивает. В тарифе 100 iPhone 6 и ноутбук – это гаджеты, которые вам также за проделанную работу, когда у вас в кабинетах наполнились 254 партнера в тарифе 100 во всех трех кабинетах. И вот такие вот симпатичные автомобильки четвертого поколения, кроссоверы за наполнение 254 партнера в тарифе 1000. Тремя кабинетами, но по пути к ним очень приличная сумма денег, даже только с подарочно-накопительной программы «Спутник». Удивительная программа, шедевр автоматизации, как мы ее называем, программа, которая накапливает деньги. Эконом, Айрат, сначала накапливается 25 партнеров, это $25, и запускается эконом. Потом уже запустится тариф 100. Соответственно, если вы уже заходите также экономом, то есть вы заходите и спутником, и экономом в бизнес, потому что у нас часто сейчас люди так делают, они понимают, насколько интересно, скажем, получать ежедневные деньги, при всем при этом двигаться вот по программе «Спутник», потому что программе «Спутник» – это запуск, это накопление, а ежедневные денежки – это программе «Эконом». Сразу на вывод, как только они на кошельке. Программа накапливает деньги. Не бинарная система, B – это 2. На первый уровень станут только 2 партнера. Да, если зодиак, если у вас, например, у вас могут люди подключаться потом, вот вы в экономии, они могут спутник, например, ну я потом спутник сактивирую, будет подключаться у вас экономом, к примеру. Тогда у вас может зодиак запуститься с бизнес-класса. То есть где, какое быстрее произойдет накопление денег и запуск, там и запускается. Бинарная система, неизбежны переливы. У нас в программе 3 аккаунта.
мы приглашаем минимум 3 партнера. У нас 3 тарифа 10-100 тысяч, у нас 3 подарка и, соответственно, тройной доход, потому что у нас 3 зеркальных кабинета, в которых одни и те же люди. Понимаете? Если мы работаем только с программой «Спутник», то у нас запустит программа 25, запустит «Зодиак», запустит тариф 100. Если мы работаем... сначала соточка. Угу. Понятно. А если мы работаем только со спутника? Только со спутника. А те люди, которые, в общем-то, работают с эконома, у них с эконома запускается и зодиак, и запускается бизнес-класс. Вот таким вот образом. То есть вкратце о программе я вам рассказала. Что мы делаем? Мы активируемся срочно в программе «Спутник». Можете захватить еще эконом. Для вас это будет очень выгодно и интересно. Приглашаем друзей, получаем автомобиль в подарок. Когда это для вас будет? Это будет зависеть именно от вас и от тех людей, которые пошли за вами. Понимаете? Потому что ни одна тема не делается без людей. Попробуйте, пожалуйста, охватить вот то, что я вам говорю. Ни один бизнес не делается без человека с его кошелечком. Ни один. Будь то... Я не знаю, супермаркет какой-то, то есть бизнесмен открывает супермаркет. Не будет человека с деньгами, не будет его бизнеса. Будь то парикмахерская, будь то, я не знаю, салон красоты и все остальное, все это для человека, который открыл бизнес, будет рентабельно, будет действительно с финансовым результатом, когда приходят люди с деньгами. Другой вопрос, что люди прыгают через заборы, всю жизнь прыгают через заборы между человеком и деньгами. Здесь мы вам предлагаем беззаборный бизнес, который строится на скоростях, и в котором нет никаких, знаете, вот ограничений там. Давайте вот 3 месяца, все, программа останавливается. Ничего не остановится, она может остановиться в одном единственном случае, если вы лично остановитесь. Для вас она остановится, а для всех остальных она будет продолжать работать дальше и дальше. Поэтому с вами или без вас мы все равно это будем делать, мы будем это нести, потому что это шикарный, уникальный бизнес, который создан для людей, создан мозгом ни одного человека, потому что в совете директоров у нас 10 лидеров, которые все это оттачивали, которые все это, скажем, преподнесли так, чтобы нам с вами было удобно и вообще в кайф работать. Какие есть вопросы, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. По спутнику нужно понять одну простую вещь. 3 аккаунта и минимум 3 партнера за собой. Приглашайте 4, 5, 6. Быстрее наполняются бинары, быстрее вы переходите по тарифам и быстрее приближаетесь вот к таким автомобилькам. Toyota RAV4 или Kia Sportage. Давно хотела такую машину. Отлично. Нужно просто, знаете, вот осознать, да, где я сейчас нахожусь и позволит ли мне моя тема, чем я сейчас занимаюсь, накопить на автомобиль. Сколько мне на это нужно времени? Потому что, как правило, большинство людей, работая в наемном труде, они не могут отложить эти деньги. Они ездят все, вот, да, кто ездит на автомобиле, в большинстве своих случаев это все взятое в кредит, которым, на нормальные проценты и постоянный напряг. Какие есть вопросы, друзья, задавайте. Если нет вопросов, если уже те, кто получил автомобиль, запустилась программа вот в отточенной версии меньше месяца назад, будут, абсолютно можно в этом не сомневаться, потому что мы это дело делаем и будем делать дальше. Водительские права есть, машины нет, будем работать. Замечательно. Замечательно, как я говорю, кирпичи таскать не нужно, и мешки тоже. Нужно объединяться, нужно вместе действовать, вместе учиться, действовать по правилам, по принципам бизнеса, о которых мы говорим на наших школах. Потому что у нас... приезжай, машинка. Потому что у нас бизнес продуманный, и он развивает человека для того, чтобы он спокойненько, эффективно и успешно строил свое вот это вот направление. Так. Какие, значит, можно с одного аккаунта на $10? Можно с одного аккаунта, в принципе, не вопрос, но чтобы получать подарки, нужно, чтобы было 3 аккаунта.
И просто нужно понимать, что за вами будут подключаться люди на три кабинета, и вот когда за вами будут активировать сразу три кабинета по спутнику, да, по спутнику 10, во втором и в третьем кабинете вот те партнеры, которые должны были попасть к вам в бинар, они улетят. В первом, да, в первом будут, а во втором и в третьем улетят. Поэтому не тормозите, просто разберитесь с теми, когда человек понимает свою личную выгоду, когда он видит деньги в бизнесе, для него вопрос о 30 долларах вообще не встает. В бизнес нужно заходить на три аккаунта. Три аккаунта – это условия для получения подарков в подарочно-накопительной программе «Спутник». Потому что если вы зайдете на один кабинет, вы все равно в дальнейшем вы увидите, скажем, вы поймете то, что вы, ну, как бы упустили какое-то количество партнеров на втором и на третьем аккаунте. Подключайтесь к Авторале, приходите в 7 часов разбираться в нашем уникальном бизнесе от корпорации Constellation Luck. Это была встреча только по программе «Спутник». Она одна из 14. Поэтому приходите разбираться, я буду вас ждать на встрече. И всем позитива, всем хороших денежных скоростей, потому что деньги любят скорости. Поэтому включайте скорость, двигайтесь вместе с нами. Приходите в команду, а не просто так. Следуйте рекомендациям людей, которые работают в этих командах и получают результаты. Только в таком случае ваши результаты не заставят себя ждать. Именно в вашем бизнесе. Потому что мы предлагаем вам бизнес, который будет для вас, ну, вот, на 100%. Бизнес, который вы будете делать из дома с чашечкой кофе, может быть, в домашних тапочках, совершенно комфортно. Там, где вы и ваш компьютер, там будет ваш бизнес. Так, вопросов нет. Я смотрю, благодарю вас всех за внимание. Я благодарю, что вы были вместе с нами. Жду вас сегодня еще на встречах. Всем солнечного настроения, позитива и классных движений в командах, ребят. Всем классного пополнения в командах. До свидания, спасибо.